Масленичная неделя продолжается. Согласно народным приметам, сегодня, в среду, тещи приглашают на блины зятьев с женами. А завтра, в широкий четверг, по традиции, проходят самые людные санные катания. Кстати, 14 марта в 7 часов вечера в музейном ресурсном центре состоятся масленичные посиделки. Организаторы мероприятия обещают, что интересно будет и взрослым, и детям. Взрослые посетители смогут изготовить домашний оберег, домашняя масленица. Также познакомиться с традициями празднования великого на Руси праздника Масленица. Узнают, что такое масленичный календарь, в какой день совершались какие обряды и обычаи. А младшим посетителям можно будет поиграть в русские народные игры «Сундучок-игротека».